Сплоченность, неравнодушие, готовность откликнуться в трудную минуту. Сохранить наши главные ценности и ориентиры во все времена помогала и церковь. Сегодня правительство региона и Белгородская митрополия подписали соглашение о сотрудничестве. Губернатор отметил, это не формальность или дань традициям, а необходимость в условиях ежедневно увеличивающихся вызовов и угроз, в том числе благодаря многолетней совместной работе светской и духовной власти. Белгородцы с достоинством и мужеством проходят все испытания, которые легли на их плечи, как жители приграничного региона. Огромные ресурсы направлены на то, чтобы сломить, испугать и потерять веру. Но я уверен, что при таком подходе никогда ни у кого это не получится. Мы, как и предыдущие века, со всеми проблемами, со всеми вызовами всегда справимся. Нам сегодня, как никогда, необходимо единение, понимание значимости каждой человеческой жизни. И мы противостоим тем, кто решил установить новый мировой порядок. Поэтому наша задача сегодня объединиться всех, кто живет на Святом Белогорье.